впервые была на Випассане однодневной. До этого проходила 7-дневную, и, честно скажу, я по ней очень скучала. Но на 7 дней это надо выбраться, это надо выехать, то есть это целая история. И сегодня я, конечно, была очень счастлива, что можно вот так на один день в своем городе, не теряя сильно ритм, так сильно перезагрузиться. Снова уйти в себя, расслабиться. И очень классная история с запросами, то, что вы сказали, сделать запрос, потому что действительно в процессе практики пришли все ответы. У меня был запрос, как идти в рост, не теряя расслабленности. И все, вот я прямо увидела, где я ее теряю, почему я ее теряю, что мне с этим делать, какой там, где угол зрения поменять. Ну и, конечно, если у вас это на регулярной основе, на регулярной основе здорово на такое мероприятие. Может, раз в месяц. Вот уже план есть на пару месяцев. Мне кажется, раз в месяц идеально. Так, прийти, расслабиться, понять, где ты буксуешь, отдохнуть. Спасибо большое. Я очень рад, спасибо.